Турнир ITF третьей категории сложности по большому теннису стартовал на шымкентских кортах. В борьбе за рейтинговые очки борются более 70 спортсменов до 18 лет из Казахстана, Узбекистана, России и Хорватии. Первый номер покатило с России, второй Каримов с Узбекистана. Это парни, которые сотню ходят мира. И они стараются пробиться еще выше. Поэтому наши ребята, которые здесь местные, все много очень юношей приехало, молодых, 98-97 год, которые впервые играют в этом турнире. Упорное противостояние теннисистов России и Узбекистана проходит в трех сетах. Прошлогодний победитель турнира ITF, 16-летний Тимур Размаютов, отстаивает свой чемпионский титул в борьбе против дебютанта из Узбекистана. Однако узбекистанский теннисист Хумарлы Султанов, на удивление Размаютова, показал достойную игру. Победу в этой встрече отпраздновал российский теннисист со счетом 7-5, 3-6, 6-2. Честно сказать, я не ожидал от такого соперника с низким рейтингом такую хорошую игру. Он прекрасно играл по восходящему мячу, прекрасно владел скоростью, менял ритм. И в целом матч прошел для меня с пользой огромной. Мой сын Хумарлым в турнирах ITF принимает участие очень редко. Опыт у него небольшой. Я считаю, что он показал хорошую игру российскому спортсмену, который имеет высокий рейтинговый показатель. Итоги теннисного турнира ITF и имена победителей будут известны в ближайшие дни.